Приветствую, друзья! Американка верит в то, что уже на протяжении 4 лет в ее утробе развивается новая жизнь. Из-за веры в это женщина осталась практически без друзей, ведь они считают ее просто-напросто сумасшедшей. Беременна. Господи. У нас будет ребенок! Этот кролик знает, что ты... Беременна. Ладно, ладно. Сара Холлидей, которой исполнилось 40 лет, уверена в том, что она беременна. Если обратить внимание на ее живот, то можно подумать, что женщина находится на 7-м месяце беременности. Но проблема заключается в том, что с таким животом Сара ходит уже практически 4 года. И при этом она верит, что просто долго вынашивает ребенка. Сара проживает в Форт-Коллинзе. Ее беременность подтвердилась в середине лета 2016 года. Примерно до сентября ее беременность развивалась нормально, и живот постепенно увеличивался в размерах, но когда осенью она посетила врача, тот не обнаружил во время осмотра сердцебиение и подумал, что ребенок умер. Когда Сара начала посещать других специалистов, те и вовсе не нашли у нее в матке эмбриона и начали подозревать, что беременность была не настоящей. Женщина практически смирилась с тем, что ее беременность оказалась ложной, но спустя некоторое время они с мужем заметили, что живот продолжает увеличиваться в размерах. Но когда пришел срок родов, Сара никого не родила. Не случилось это и через 2, и через 4 года. В 2018 году Сара отправилась на УЗИ, чтобы убедиться в том, что она действительно беременна. На снимке четко было видно наличие эмбриона. В конце зимы 2020 года Сара прошла очередное УЗИ, которое снова показало, что в ее матке находится что-то похожее на эмбриона. На протяжении всего этого времени у женщины нет менструаций, что является еще одним признаком настоящей беременности. Я уверена в том, что у меня таинственная беременность, когда ребенок развивается слишком медленно. При этом врачи убеждают, что это ложная беременность, но я имею совершенно все признаки, чтобы утверждать обратное. Когда муж Сары увидел снимки УЗИ, то он также поверил, что его жена ждет малыша, хоть и слишком долго. При этом от женщины отвернулись из-за ее веры практически все друзья. Oh, God.